Так, это называется «Всем раю бедрочерам посвящается». Кстати, ну как бы я к нему не относился, но вот такую штуку я себе обязательно куплю. Это картон резать. Вот так это выглядит все. Потом у них тут мелочевка всякая, там типа пинцетики, разные наборы. Причем стоит все это копейки. Отверточки маленькие, фонарик вот как у Milwaukee, только, блин, не в два раза, процентов на 30, наверное, дешевле. Он еще и водонепроницаемый. Такой фонарик тоже у Milwaukee срисовали за 39, вообще огонь. Так, тут у них всякие на батарейках, типа, так, это стамеска, электростамеска. Я не пойму. А, вот у меня получается. Вот картинка. Так. Где-то картинку я видел. А, вот картинка. Получается, она вибрирует. Под ней насадочки есть. Всякие. Так, где-то тоже видел. Сейчас покажу. Насадочки. Не покажу. А, вот они. Полукруглая. Какая-то форма тоже. Необычная краска. 25 баксов. Всякие наборы. Габриэла. По типу. Тут тоже. Типа маленькая Зиндремио. Такая вот лампа. Под обычный аккум. Подсветка. Это что? Это вот как раз таки по типу Дремела, если не знаю, как он правильно называется. Это тоже такого же плана, только форм-фактор другой. Здесь вам удобное место для насадочек. Еще, ну вот они получаются младшая модель, типа средняя и старшая. В принципе, ну, цвета, конечно, у них очень классные, очень ярко выглядят, нравится.